Здарова, дорогие мои, с вами Кастина Юрочновкин, и прямо сейчас вместе с вами мы снова играем в замечательную игрушечку Black Rush. Ребята, для тех, кто не в курсе, Black Rush — это мобильная GTA, и как я обычно скажу, что вы можете поиграть вместе со мной совершенно бесплатно, а скачать игру можно, перейдя в описание под мой ролик. Там найдешь две ссылки для Android и для iPhone, качай по нужной себе игру на устройство, устанавливай и залетай на сервер 24, который называется Санкт-Петербург, чтобы поиграть вместе со мной. Ребята, вообще Black Rush довольно-таки популярный проект, самый популярный мобильный вообще GTA. Это проект, я считаю, который у нас есть в Руссельменте. И, ребят, чтобы вы понимали, вообще лайн 100 тысяч человек. Поэтому залетай, играй прямо сейчас. И я напомню, что, ребята, в последнее время у нас были изменения с промокодами. Сегодня речь в ролике пойдет о работающих промокодах. И, ребята, чтобы вы понимали, все промокоды, которые будут в ролике, 100% работают на моем сервере 24 Санкт-Петербург. Я лично проверял. А при этом имейте в виду, если вы выберете 78 сервер, там, к сожалению, промокоды все работать не будут. Ну и, ребята, по старой классике, пока мы не начали, объявлю о конкурсе, который проходит, в принципе, у нас каждый ролик на 2000 блэккоинов. Это донатная игровая валюта, на которую вы можете купить себе випку, либо какой-нибудь скинчик и, в общем-то, многое другое в донат-магазине. Короче, ребята, для участия нужно сделать три простых действия. Их просто быстренько напомню. Первое — это лайк под ролик, это очень важно. Второе, ребята, подписаться на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать свежие ролики, потому что итоги этого конкурса вы узнаете, ребята, в следующем видео. И, ребята, третье — это написать комментарий слово «участвую» и свой комментарий от себя. У нас осталось, в общем-то, 10 дней до конца лета. Напишите, кто успел отдохнуть, а кто хочет еще пару месяцев покайфовать. Я думаю, что таких, как я, будет много, потому что я последние полтора месяца, после того, как с отпуска приехал, делаю ремонт. Вот-вот заканчиваю. Ну, надеюсь, через пару дней уже будет отлично. Короче, ребята, пишите свои комменты. Ну, а в прошлом ролике у нас побеждает вот этот молодой человек. Дружище, я тебя поздравляю. Обязательно напиши мне в социальных сетях. Ссылки все есть в описании, чтобы забрать свой приз. Что ж, друзья, погнали по промокодам. Что ж, ребята, начнем мы, пожалуй, с того, как вводить промокоды. Нажмем на чат, ведем команду слэш промо, и по ней будем вводить все промокоды, которые я укажу в ролике. Ребята, выбираем первый пункт, и сразу сходу мой ютуберский промокод, который будет называться хэштег Топкин. Ребята, мой промокод работает абсолютно на всех серверах, которые есть, поэтому вводите его на старте и вообще не обломайтесь, потому что вы получите гелик за 20 мультов, косючек Джеймс Бонда, маску тролля и VIP-голд аккаунт для развития вашего прогресса в игре на старте на 12 часов. Вполне неплохое предложение. Итак, ребята, у нас буквально вчера вечером вышел новенький промокод, поэтому, ребята, забираем его сразу сходу и успейте активировать, потому что в последнее время у нас такое дело, что промокоды работают только один день. Итак, ребята, промокод будет называться хэштег PRSBR, и, ребята, по нему можно получить VIP Gold аккаунт на 2 часа и Porsche Panamera S на 12 часов. Промокод может быть действовать будет один или несколько дней, поэтому, ребята, успевайте забирать, пока горячий, как говорится, налетайте. А что, друзья, напомню для тех, кто не смотрел прошлый ролик, потому что охват там вышел что-то так себе, что у нас, ребята, все старые промокоды, которые были, которые я постоянно вам рассказывал, практически все их отключили, 90%, то есть их больше нету, и они, получается, не работают вообще нигде, даже, ребята, на старых серверах. Но есть исключения, есть промокоды и старые Black Rush, которые до сих пор остались, ну или, ребята, парочку промокодов свежих тоже есть, поэтому, ребята, сейчас устраивайтесь поудобней. А напомню, как и в начале ролика, что эти промокоды я проверял на сервере Санкт-Петербург, то есть здесь и на серверах до моего сервера, то есть на остальных 23, они работать должны железобетонно. Что после 24-го, я не знаю, потому что промокоды старые, ребята. Ну и понятное дело, что чем старше сервак, тем больше промокодов, в принципе, у нас всегда работало. Итак, ребята, конкретно промокоды, которые работают на СПБ. А первый будет называться ВКБР, который дает BMW Z4 и скин разработчика на 58 часов. Один из самых крутых промокодов для новичка, я считаю. Хорошо, что он остался, потому что награды действительно хорошие. И я на этой самой бэхе в свое время заработал первый миллион докладоискателей на 3-м уровне. Поэтому, ребята, как говорится, пользуйтесь. По промокоду YouTuber можно получить, ребята, хороший внедорожник BMW X6M F16 на 3 часа. Тоже неплохая тачка. В принципе, можно покататься по пересеченке, почему бы и нет. Есть промокод хэштег Matisse, который дает Deo Matisse Sport на 3 часа. Да, машинка неказистая, но всяко лучше, чем запорожцы, ребята. И на самом деле раскраска у нее такое Need for Speed. В принципе, почему бы и нет, очень даже неплохо. А по промокоду хэштег Friday13 можно получить 3 скина, друзьям. VIP Gold Account на 8 часов. И, ребята, заряженный донатный Бэтмобиль. А Бэтмобиль — одна из самых быстрых машин у нас на проекте. На 2 часа она дается. Покатайтесь со скоростью. Прям очень крутая тачка, всем рекомендую. Есть промокод хэштег Clone23, ребята, который дает 3 очень редких аксессуара. VIP Platinum на 6 часов и BMW X6M F16 на, ребята, 6 часов. В принципе, этот промокод хэштег Clone23 — единственный промокод сейчас, который дает VIP Platinum. Поэтому, ребята, на 3-м уровне обязательно активировать и обязательно на кладе колымить хорошие деньги. А
Особенно если у вас уже уровень плюс-минус кладоискателя поднят, то вы запустите себе неплохо капитал. Еще один промокод, ребята, БРВК. Он дает вас окушку на 12 часов. Такая же история, как и с Матизом. Лучше, чем Запорожец, поэтому забираем. В принципе, транспорт на начальных этапах, в принципе, пойдет добраться из точки А в точку Б. Еще один промокод, ребята, будет называться хэштег Крип. Он дает 3 скина, VIP Gold Account на 15 часов и, ребята, эксклюзивные тачки Lotus и ГАЗ-2402 на 7 часов каждую. Что ж, друзья, чтобы вы понимали, на СПБ это единственные промокоды из старых, которые работают. Также хочу сказать, что есть промокоды еще более старые, которые не работают на СПБ, но должны работать на первых 10 серверах точно. Это, ребята, промокод DEV, который дает ВАЗ-2114 на 8 часов. Это, ребята, промокод хэштег SHARK, который дает Mercedes GT63S AMG на 3 часа. И, ребята, промокод хэштег SCUBY, который дает Volkswagen Station на 6 часов. Плюсом есть промокод хэштег 900K, он тоже, ребята, очень старый, дает 3 скина, VIP Gold Account на 6 часов и BMW M3 и Nissan GT-R Skyline 34 на 20 часов. А также есть промокод хэштег Fear и хэштег Freddy, которые дают маску тыквы и маску демона. Что ж, ребята, это самые-самые-самые древние, самые старые промокоды, самые первые вообще, прям с истоков основания Black Rush, и, ребята, они железобетонно должны работать на самых-самых первых серверах. А что ж, ребята, также напомню, что у меня есть семья на сервере Санкт-Петербург, которая называется Best Guys. Залетайте туда на 4 уровне, дом на Рублевке 3105, автопарк из 50 крутых машин, все специально для вас, все доступно, ранги бесплатные. Главное, не нарушайте правила и кайфуйте. Тем более, лето подходит к концу. Сейчас фама, думаю, будет обратно собираться, потому что очень много у нас отдыхающих было. А кто не знает, то система, если не заходите в игру, кикает со временем. В общем-то, ребята, вот такой вот автопарк специально для вас. Хорошие тачки, свежие всегда, конечно же, добавляю. Все машины самые быстрые, все на СП+. А специально для вас. Единственное, ремкомплект и бензин с собой носите, потому что некоторые тачки постоянно юзаются, и бывают они разбитые. А так, в принципе, ребята, автопарк у нас очень-очень хороший, очень богатый, да и вообще стоимость, наверное, больше 2 миллиардов точно, потому что черную Бугатти и Бугатти Дива я туда тоже время от времени добавляю. Что ж, друзья, вот такой вот ролик, надеюсь, что информация была вам полезна, поэтому, ребята, обязательно подпишитесь на канал, обязательно участвуйте в конкурсе, чтобы не пропускать, конечно же, новую свежую информацию, новые инфоповоды, ну и, конечно же, новые промокоды, потому что промокоды сейчас как горячие пирожки. Разработчики, кстати, говорили, что промокоды, в принципе, постоянные у нас будут, они будут постоянно меняться. Так что, в принципе, ну, не нужно расстраиваться, то, что сейчас промокодов большого количества нету. Но я считаю, кто со мной играет уже давно, успел кайфануть, успел покушать, так сказать, с барской руки, халявы нахватались. Ну, а сейчас, да, немножко тяжелые времена, но думаю, что все это стабилизируется. Что, друзья, вот такой вот ролик получился. Всем спасибо за просмотр и, конечно же, подписку. Оформляйте и участвуйте в конкурсе. Пока-пока.